Итак, я всех категорически приветствую, уважаемые зрители. Снова мы проходим карты от моего коллеги-думера Пара 9000. И эта карта носит такое незамысловатое название, как Map 01 Нейци. Значит, что-то тут будет про нацистов. Ну что ж, Brutal Doom, Ultra Violence, понеслась. Опа. Здрасте. Тихо. Не надо тут стрелять по нам почем зря. Так, что у нас тут? Опа, синий ключ. А это выход, походу. Так. Нифига. Немножко зомбяшек на дорожку. Стол такой оформленный, интересный. Терминал охраны. Опа, а это еще и выключатель. Так, ну-ка. Сынки, вы, кажется, что-то не поняли, с кем вы связались. Так, дядя, ты там вообще не читери. Он, видите ли, на рукопашный бой с пулеметом пришел. Но и ему это не помогло. На! Иди сюда, коробка. Так, давайте его вот сюда уведем, в другую комнату. Да что ж такое? На! Все, запинали. Тут у нас еще пулеметчик остался. Ну? Кто следующий, сынки? Походу, никого. Ну и ладно. 49% жизнедеятельности. Немножко нас тут потрепало. Ух ты, арсенальчик. А что у нас там? А нифига. А тут было освещение от фонаря с той стороны. Так. Тихо. Отстрелялся, слышу. На! Опа, еще зефирчик. На! Ушел отсюда. Молодец. Так. Патрончики. Пулеметик давайте себе надыбаем. Так, 74% жизнедеятельности. Вау! А, у нас же еще граната! Ржака-граната! Что-то, по-моему, ему было не смешно. На! Все, скопустился. Несколько десятков хедшотов с минигана никто не выдержит. Так. Ну-ка, сынок! Так, дерево, сгинь отсюда. Хе-хе-хе. Еще хочешь получить? Еще хочешь леща получить, да? Все, не такой уже и крутой, рогатая рожа. Оба. Нифигасеньки. Майор Пейн! Фу. А я уж было подумал, что у него радиус взрыва чуток побольше. Ну что ж, я его даже переоценил. Так, выключатель. Ага, а тут никого. Никого не вышло. Давайте сохранимся. Хочешь зависнуть, правда? А как-нибудь так вот обзовем. Сохранение. И 4 патрона в пулемете. Да, не густо. На, получи. На. Касаемо баланса патронов, хардкорненько у вас тут. Дядя! Хе-хе-хе-хе. Вот так-то. Опа. А у нас еще немножечко в винтовочке осталось патронов. Последним патроном добили. По-моему, красиво вышло. А это у нас что? А, ничего. Просто лифт ведет вниз. Текс. Интересно, а что у нас тут? Как темно-то? Секретка? Нет. Может, тут где секретки? Секретки есть. Да нет, тут секретов что-то не оказалось. Хотя всего их на карте 3. Опа! А вот и первый секрет.
И вопрос на засыпку. Какой это ключ? Синий. Вау! Нихре... Интересно. Значит, ловушка. Прям как в каком-нибудь боевике про шпионов. Бежим! Бежим! Йоу! Вау! Фух! Вот это было близко, согласитесь. Интересный ход, пар. Интересный. Так. Ой! Не убивай меня! Ноу! Хе-хе. Нет, второй раз эта ловушка, походу, не срабатывает. Так, ну что ж, не будем бегать под автоматическими турелями. Поехали наверх. Походу, это уже все, конец уровня. Один монстр остался. Я такой кибер из-за двери. Здрасте! Да? А, ну, тоже неплохо. Тихо-тихо-тихо. Ага. Не-не-не-не-не-не. Ты, дядя, ты так не шути. А то я нервный. Могу и запинать. Могу и избить. Возможно, даже ногами. Нет, ногами избить его не получилось. Вот так вот. Сколько мы тут их в рукопашку вынесли-то? Хе-хе-хе. Не скажу, конечно, что всех, но такое приличное количество уложил наш Рокки Бальбоа местный. Так. Один секрет. Давайте еще немножко секреты поищем. Вот я, кажется, один уже нашел. Да ладно. Не работает. А так? Нет. Тоже не работает. Хм. Нет, это явно выход. Это, походу, единый телепорт, и куда ни встань, всюду выйдешь, да? Да, так и есть, к сожалению. Не, это не наш метод. Так. Лампочка тут, понимаете ли, глаз светит. Так, 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 куда же... Может быть, на панели здесь такие двойные выключатели? Нет. Вот туда еще как-то, наверное, попасть можно. Кто его знает? Ну, будем просто вот так вот все стены обнюхивать, как заправская ищейка. Давай, давай, давай. Нубский метод, но может сработать. Так-так-так, а может тут что-то на время? Ага! Я знал. Опа! Воу-воу-воу, вот это подгон нам тут нехилый. Соусферка, понимаете? Пулеметцы. На! Сидит он тут, расселся. А обратно? И обратно тоже. Итак, два секрета из трех. Ну, последний это явно вон где-то там. Как же туда попасть? Так, вон там контур карты незавершенный. Хотя, теоретически, тут может быть как телепорт в этот арсенал с последующим открытием его изнутри, так и не знаю. А, ну так и какой-нибудь скрытый проход с той стороны. Так. Сюда, сюда. Ой. Это что самое место с ловушкой? Не убивай меня! Так. Ну что ты не открываешься? Лол. Ну-ка! Open this fucking door! Nope, не хочет. Вот дела-то. Прям хоть все стенки обстукивай реально. Нет. Может тут какой-нибудь сбоку пристроен выключатель? Нет. Тут все гладенько. Хм. Где-нибудь тут, может быть? Нет, тут тоже все чисто. Опа. А почему этот выключатель два раза нажимался? Странно.
Вот дела-то. И где ж последний секрет? Точнее нет, где это понятно, вот как до него добраться? Да, задал задачку нам пар 9000. Тут все гладенько. Какой-нибудь кирпичик в стене, блин, замаскированный под выключатель. Точнее, выключатель под кирпич, закамуфляженный. Может, тут где-нибудь? Тут вроде такая игра света. Да нет, нифигасеньки. Опа! Так, давайте факелы обстучим. Нет, не работает. Тут я проверял, тут проверял. Может, еще раз сюда попробовать слазить? Да тут же... Ну, на карте вот это вот такая цельная стена. Только лампочки слабое освещение дают. Как обычно, кстати, хорошо поработал пар с освещением. С расстановкой таких незамысловатых декораций. Да, вот задачка-то, блин. Нет. Хотя... Нет, таким методом тоже не открывается. Таким тоже. Панель с обратной стороны? Нет. Ой, ладно, знаете что? Два из трех секретов на незнакомой карте. Думаю, это как бы неплохие результаты, да? Так что, hasta la vista. Итак, ход завершен. Далее, Underhalls. А, ну и дальше у нас идут стандартные карты из второго дума. Ну что же, какой вердикт тут можно вынести? Как всегда, пар постарался. Тут, конечно, дизайн, на мой взгляд, чуток послабее, чем на предыдущей карте. Но все равно вполне себе оригинальненько. Так что можем только пожелать нашему коллеге-думеру удачи в маппинге, модостроении и прочих замечательных делах. А пока спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Можете, кстати, в комментарии кидать ссылочки на дополнения, которые вы хотели бы увидеть в моем прохождении. Или в нашем кооперативном прохождении с ветераном IDDQD. Также все желающие могут поучаствовать в кооперативе, что называется «Танцуют все». Вечеринка полностью открытая. Никаких приглашений, заходите все желающие. Ну что ж, на этом, пожалуй, смотр второй карты тоже я завершаю. Еще раз спасибо всем, кто смотрел. Удачи, хорошего настроения, больше фрагов и пока-пока.